Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протесту посольству Чехии. Причиной послужило появление так называемого представительства ДНР в чешском городе Остраве. Под такой вывеской боевики открыли учреждение в Чехии. Его фотографии опубликовало российское издание «Вести». При этом в чешском МИДе говорят, так называемый представительский центр ДНР не имеет аккредитации при внешнеполитическом ведомстве и у него нет дипломатического статуса. Чешская республика не признает ДНР и никаких отношений с представительством боевиков иметь не будет. В украинском МИДе требует региональную власть Чехии пересмотреть решение относительно открытия фактически представительства террористической организации, так как это противоречит международному праву и украинско-чешским отношениям.